Это еще один способ управления войсками, это офицерский свисток. Буквально несколько сигналов за счет пронзительного звука высокого, он как бы прорезает какофонию боя и позволяет отдавать приказы. Например, сейчас явно русский офицер приказал своим солдатам оттянуться от мызы, которая попадает под ураганный обстрел артиллерии. Артиллерия успела развернуться и сейчас огневым налетом обеспечивает наступление войск. Мыза практически скрылась в дыму и пламени. Точный ураганный огонь. Еще нет снарядного голода, еще никто не жалеет снарядов.